Я вспомнила сейчас историю, когда мы пришли поступать, даже не поступать еще, а на день открытых дверей в театральный институт. И когда мы общались с ректором, моя, ну, говорит, присаживайтесь, мы берем стулья, я так аккуратно ставлю. А моя подруга, она очень так протягивает этот стул по полу. На что ректор говорит, да, видно, что ты как бы не актриса, потому что актеров очень ставить бесшумно всю мебель. Когда выключен свет, ты можешь быстренько пройти и поставить все, что угодно.